Всем привет, а у нас сегодня Волга, новая Волга. Раньше попробовали со старой Волгой, но сегодня новая Волга, посмотрите, 31-105. Будем наказывать других тачек, наверное. Не знаю вообще, как она едет, я еще даже не попробовал. Что-то она какая-то... Слушай, а что она не едет назад-то? Волга, а что ты не едешь назад? Не понял. Что-то у нас коробка передач не работает. Сейчас будем разбираться. Друзья, а у меня для вас есть подарок. Мы сделали огромную распродажу и скидки до 90% на самые крутые игровые новинки. Вы давно хотели поиграть в одну из этих игр, но вам было жалко денег. Теперь настал ваш черед. Залетайте по ссылке в описании и затаривайтесь самыми крутыми играми по максимально сниженным ценам. Но предложение ограничено, поэтому поторопитесь. Ссылочка на магазин в описании. Ну что ж, смотрите, у нас, оказывается, нет коробки передач, давайте какую-нибудь выберем. Двухступенчатая, четырех и спортивная пятиступенчатая. Вот это нам подходит. Так, спортивная пятиступенчатая коробка, и она работает, а нам большего и не надо. Так, ну что ж, давайте найдем себе достойного соперника. И мне хотелось бы, конечно, ну вы уже знаете, с кем мы будем гоняться в самом начале. Ребят, кстати, не забывайте подписываться на телегу, там... Много всякого крутого и интересного, в том числе и общение, можно пообщаться со мной. Там гораздо проще отвечать на комментарии, в отличие от Ютуба, можешь сюда писать. И пообщаемся. Итак, я думаю, что мы возьмем себе реально мощного, сочного соперника в виде Лады Грант Эспорт. И попробуем наказать ее. Попробуем прямо вот в стоке, как у нас есть Волга, волжаночка наша. Баржа так называемая. Попробуем сейчас наказать. О! Соперник наш едет. Ну, давайте попробуем что-то показать на этом прекрасном аппарате Горьковского автомобильного завода. Так, ну ждем. Ждем, когда соперник соизволит уже приехать и... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это он, конечно, вырвался. Я со старта немножечко... проиграл. Хотя, смотрите, я на скорости-то ничего. Ничего, я еду неплохо на верхах. Я просто старт проиграл. Очень близкий результат. А тачка-то стоковая у нас. Повторяем с тем же соперником, само собой. И начинаем заново. Сейчас попробуем что-то подкорректировать. Что у нас тут есть? У нас двухлитровый мотор, а есть 2.3. Давайте попробуем с двухлитрового что-то повыжимать. Закись азота. Ой-ой-ой-ой-ой. Это там серьезно можно что-то накрутить. Пока не будем трогать. Так, настраиваемый спортивный мозг. Наверное, ультра heavy duty long block, чтобы покрепче держал. Так, что это такое? Маунтс какой-то. Не знаю, что такое. Heavy duty. Выхлоп спортивный. Попробуем спортивный. И впуск какой-нибудь спортивный. Чисто вот без всякого. Без турбочарджера, без всякого. Просто спорт впуск, спорт выхлоп. Спортивный масляный радиатор. Коробка у нас уже есть. Кстати, ультра... Ух ты, неплохо, неплохо. Так, и у нас с вами есть еще, получается, задний дифференциал. Так, а мы можем поставить какой-нибудь вот такой рейс. Рейс-дифференциал. И передаточные числа у нас есть различные. Но пока не будем. Пока такое оставим. Так, давайте проверим. Может быть, я уже смогу его наказать. Но мне кажется, что старт у меня слабоватый. О! Да ладно! Вровень, и я его делаю! Ребята, я все. Ничего себе. Гранту Спорт просто на чипе размотал. 15, ну я тут победитель. Это вообще изи. Изи было. Так, другого соперника нам надо, ребят. Давайте другого соперника возьмем себе. Кого мы возьмем себе другого соперника? BMW возьмем мы себе. Так, а вот какую? 525-ю нам, по идее, надо какую-нибудь ставить. Ну, давайте такую, 525. Надеюсь, поедет она. Посмотрим. Очень хочется, чтобы поехала, прям вот сравнить. Так, давай, BMW. Езжай. Едет? О, отлично, едет. Так, а я-то что, прилип тут?
Чё я прилип-то? Мне не нравится. Опа! Слушайте, мне кажется, я его сейчас объеду. Объеду вообще как стоячего. Мы сейчас 540-ую, наверное, возьмем. Да свидули. Ребят, ну неплохо волжаночка прет. Это двухлитровый только, а можно 2.3 ведь воткнуть. О, что-то... Нет, что-то вообще слабо бимер едет. Повторить с другим соперником. Так, давайте 540-ой, наверное, выберем. Бимер, чтобы прям вот, ну, дубасило жестко. 540-я красная. Ух, ух. Давайте попробуем. 540-я должна прям вшпаривать жестко. Но я думаю, что волжаночка тоже не пальцем деланная. Ох, у него звук какой ядреный. Ну давай, что ли. Так. Неплохо. Сейчас он подкрадется там. Ох, пошел, волчара! Ох, пошел! Слушайте, это достойный соперник. Нифига он нагребает там на третий. Слушайте, ну мне прям тяжело придется. 14. Я сейчас, кстати, хуже поехал. Я до этого 15 ехал. Повторяем с тем же соперником. Так, ну что же, ребят, время пришло. Пора делать свап. Ой, какой звук у него сочный. Какой же сочный звук у него на 540-й. Я не могу. 2.3 мотор ставим. Здесь все есть. Все уже поставилось. Дальше. Идем в тюнинг и попробуем немножечко подзарядить. Топлива нам столько не надо. Пусть. Так, диф. Сразу блокируем, преднатяг делаем. Крутим движок до 7300. Переключаемся максимально быстро. Тут, смотрите, можно еще коробку поднастроить. Может, первую покороче чуть поставить. Так, дальше. Задние колеса подспустим. Все, попробуем сейчас, как оно. Как оно поедет, давайте попробуем. Пишите в комментариях, как считаете. Будет какой-то иной результат сейчас или нет? Я проспал старт. Мне мотора не хватает, если честно. Мотора не хватает. Ну ладно, старт я проспал, но мотора, чтобы жестко стартануть, прям не хватает. Вот, 16.7 аж поехал. А я мотор-то поменял. Так, повторяем тот же самый заезд. Попробую сейчас пораньше как бы стартануть. О, вот как надо было разгазоваться, и оно прямо... Так, сейчас попробуем. В принципе, обороты у меня быстро набираются. Мы почти вровень тронулись, но он прям сильно уходит со старта. Возможно, из-за того, что я перегреваю движок, я еду хуже. Просто еду хуже из-за того, что перегреваю движок. Возможно. Так, знаете что? Да вообще, слушайте, реально, походу движок перегревается, еду хуже. Так, еще раз. Крутим мотор поменьше. Неужели 540-ю мне не проехать? Очень, очень хотелось бы, конечно, проехать. Четвертая прямая. Пятая повышенная. Так, а вот, посмотрите, мы можем... А, это задняя. Так, а если мы поставим первую покороче, наоборот, что-нибудь вот так вот, три. Давайте попробуем. Может быть, сейчас старт будет поярче. Так, ну хотя бы сейчас старт не слил.
Мне покороче надо коробку настроить, видите? Я на первый прям вровень ехал, а на второй начал сливать. Покороче коробку надо, здесь не нужна максималка. Слушайте, ну я 15 ведь ехал. Как я сейчас так еду, я не понимаю. Так, начать заново. Давайте-ка мы реально сейчас попробуем коробочку еще покороче настроить. Тут вообще вот так что-нибудь типа 3, тут там вот так вот. Попробуем, да? Просто попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Неужели двухлитровик лучше? Слушайте, ну по-моему сейчас прям поярче она едет. О! Помчал! Помчал и... На третий мотора уже не хватает. Все, а четвертая прямая. Так, четвертую надо тоже подкрутить. 16,2. Нет, слушайте, вообще нет. Но тут просто на четвертую не там переключается. Так. Начать заново, конечно же. Давайте четвертую. Сейчас попробуем, ребят. Сейчас мы что-то накрутим там, намутим, я думаю. Так, смотрите. Первая хорошо еду. Вторая прям хорошо. Третья неплохо. Четвертая надо вот так вот где-то. И пятую туда же вот где-то вот так вот, наверное. Но первую я прям, видели, прям вырываю у него. Давайте попробуем вот так вот. Посмотрим, что из этого получится. Вообще не знаю. Так, ладно, я оборотики чуть-чуть добавим. Вот так, 7000. Думаю, 7000 норм будет. Ну, видите, она прям подрывать начала. О, первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. В отсечку. Все, в отсечку. Слишком коротко. Слишком коротко. Ах, тяжелый соперник. Слушайте, 540-ю. Как объехать на Волге? Нам надо конфигурацию коробки как-то сбросить. Но мы не сильно сбросим, мы вот так чуть сбросим. Чтобы у нас четвертая была там вот так вот 1,3. Ну вот так примерно сделаем. Так, ну что, ребят, придется все-таки добавлять нитруху. Без нитрухи не могу объехать. Давайте попробуем нитруху добавить. Посмотрим, как оно вообще. Поедет, не поедет с нитрухой, понятия не имею. Так, нитруха. Damage options. Чуть такое. Экстра. Не знаю, что это значит. Сейчас посмотрим. Ой. Ой-ой-ой. Так, а у меня обычный бензин-то куда делся? Все в порядке сейчас? Сейчас поедет? Давайте посмотрим, поедет она или не поедет. Так. Это уже... Это к чему? И это что-то я не понял. Фаер какой-то. Что это за дичь? А что-то много больно настроек каких-то. Мне надо просто нитруху настроить. Где нитруха-то? Вот, со второй передачи. Нет, с первой передачи. С 2500 оборотов. Погнали. Посмотрим, это что, заработает она, нет? Сейчас посмотрим. Старт дан, Лада Седан. Начал он уходить просто на четвертый. Вообще в космос улетает он на четвертый, а я пятый в отсечку бьюсь. Но я проехал хорошо. Не, нитруха не работает это. Так, нам нужна другая нитруха. И коробка. Опять перенастраивать надо.
Но еду хорошо. Еду мощно, но недостаточно. Так, идем в тюн. Давайте-ка мы нетруху все-таки сменим, потому что эта нетруха какая-то прям совсем отбитая. Нам надо что-то попроще. Так. Engine swap. А какая есть вообще нетруха-то? Engine edit slot. Вот, дрэговая нетруха. Ну, давайте попробуем. Так, дрэговая нетруха. Bottle. Огромный ставим. Bottle. И идем в настройки, посмотрим. Где нетруха настраивается здесь. О, 15 литров. Это мало. 100 ли... А, минимум? Или что это? Не знаю. Минимум RPM. Минимум RPM. Пусть сразу она дубасит. Пусть реально дубасит сразу. Так, и коробку. Первую вот так. Вот так. Вот так вот. Четвертая там в районе, пускай 1.3 будет. И пятая. Вот так вот. Так, ну что, попробуем, попробуем. Надеюсь, сейчас заработает. Надеюсь. Давай, нетрушка, пошла, родимая. Нет. Нет, вообще, ребят, что-то не работает она. А почему не работает? Обороты есть. Что-то не работает почему-то, не знаю. Короче, нитро что-то у нас отказывается работать, а без нитро вообще не могу его объехать. Да. Вот это дела. Пока максимальное, что я смог показать, это 15,7. Что же нам еще сделать-то? По движку все у нас установлено. Просто все, что есть, все установлено. Так. Может, какую-нибудь такую нитруху. Я не знаю, просто, наверное, нужна простая нитро, которая работает. И это почему-то не хочет работать. Я не понимаю, почему она не хочет работать. По коробке тоже смысла нет. Давайте, может быть, попробуем вообще четырехступую поставить. Может, на четырехступой поедет лучше? Так, четырехступая. Хотя есть двухступенчатая Miromatic. А ну-ка, попробуем. Может быть, двухступенчатая дрэговая какая-нибудь коробка? Тут у нас уже нету никаких настроек коробки. Давайте посмотрим, что из этого получится. Так. Ну, не знаю, кстати. Понятно. Чё-то как-то старт вообще слабый с этой коробкой, смотрите. А чего? А чего она не едет-то? Она вообще что-то не хочет ехать. Так. Нет, вперед. Переднюю включи, блин. Нет, ребят, так мы вообще никуда не поедем. Давай четырехступую ставить. Там BMW что-то заглючило, по-моему. Сейчас сломается, смотрите. Что-то бимер заглючило. Так, ну мы сейчас поставим четырехступенчатую. И перезаедем, перезапустимся, потому что BMW что-то сломалось. Так. Что, BMW сломалось, что ли? Прикиньте, BMW сломалось. Да куда ты назад-то? Ты что, совсем, что ли?
Ну попробуем. Первая. Вторая. Он уже дымится там жестко. Ну не знаю, скорость маленькая на выходе все равно. Скорость на выходе все равно мелкая. Так, подтолкнем его чуть. А то он никак. Так, ну попробуем. Тронулся первый. На четырехступке, смотри, как полетел. Ай, все, он просто на третьей, или какая третья, скорее всего, у него просто дикая, разрывная. Моя нитруха не работает, не знаю, что. 15,7 это мой рекорд, а он едет 14,7. Целая секунда разницы, к сожалению, 540-ю сегодня я не смог одолеть. Вот так вот, не хватило мне возможности машины, чтобы это сделать. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, и всем пока.